Привет, ребята. Хочу показать, что у меня получилось с установкой Linux на Linux Mint. Ну, Ubuntu то же самое. Другие я не пробовал, пока этих хватает. Поставился нормально. Ну, они все ставятся нормально, но в предыдущем ноутбуке беспроводной адаптер не заработал. Был это Realtek 8821CE. Там даже какие-то буковки после номера, блин. Не понял, что эти буквы значат CE. Здесь заработал. Это интеловский Wi-Fi адаптер. И все остальное тоже работает. Веб-камера, конечно, тоже работает. Но какое-то разрешение очень маленькое дает. Как это поправить, я не знаю пока что. Все время проблема, естественно, с драйверами. Потому что нет этих драйверов. Так. То есть Linux Mint 19.1, по-моему, вот эта последняя версия, нормально поставился. Можно работать вполне. Ну, то есть вместо Windows. Так, сейчас еще. Можно ставить этот ноутбук. Ноутбук. Сейчас скажу. Hewlett Packard HP 14CE. Так. 0002. UR Pavilion, такой маленький, 14-дюймовый, типа какой-то дизайнерский. Вот, в общем, с этим все в порядке. Также, я думаю, Ubuntu легко поставится, ну, потому что они драйвера, как я понял, с одного места берут. Все остальное тоже нормально работает, только я потерял в начале. Они мне предложили зашифровать диск и создать образы системы быстрые LVM. Я никак не могу найти, где это. Я создал образ, где, как эта программа называется, все пересмотрел. Где это вот создание образов? Я вижу, где диски, вот. Если зайти, можно диски. А где эти образы? Что-то я не пойму. Никак не найти. Выскакивало. Но производители, конечно, что-то ли новое. Этот второй Hewlett Packard HP. Они не дают ставить специально Linux. Ну, чтобы деньги не теряли. Microsoft это... Это плохо, потому что в итоге ничего не развивается, никакой нет конкуренции. Понятно, что людям без разницы, главное, чтобы работала программка там какая-то, ставилась. Но в итоге ничего не меняется, а не меняется, все, тогда все деградирует. Сам Windows-то он тоже не развивается. А деньги они получают, они сидят, жрут, срут, блин. И нихера операционные системы не развиваются. Хотя производители ноутбуков и железа должны обязательно были драйвера делать. Или коды открывать хотя бы, даже не делать под Linux. Но здесь даже на этом ноутбуке интересное, что я заметил. Прям в BIOS-е там написано «Установленный Windows 10». Там привязка какая-то жесткая. Ну, хотя я поставил, он как бы не помешал. Пришлось повозиться, кстати, он мне не давал с USB загрузиться флеша. Пришлось режим совместимости там включать. То есть прям жестко-жестко они мешают сменить на Linux. Ну, какая разница? Ну, даже вот было бы вот открыта перестановка это на Linux, все равно
Большинство не стало бы этого делать. Зачем вот именно вот так вот блокировать и драйверов не давать специально? Специально все драйвера закрыты, чтобы устройства не работали. Веб-камера, вот это маленькое разрешение, это тоже какой-то закрытый драйверок, который не дает нормальное разрешение выставить. Ну, тут 720 строк где-то камера, по-моему, позволяет. Я тоже не могу увидеть. Это вот специально делают, чтобы никто не шевельнулся даже, там, не поставил Ubuntu какую-нибудь бесплатную, чтобы покупал именно. Но опять же, я не видел бы им угрозу, ну, поставили бы они, открыли бы драйвер, ну, поставило бы там 10% населения, это Ubuntu, ну, даже там 30%, там, какая разница? Все равно даже на Linux можно зарабатывать, там какие-то программы делать тоже, продавать. Идиотизм, конечно, ну, сердит это, ну, ничего нет, вот, один Windows кругом, который не развивается. Есть, конечно, Apple, но то же самое. Своя операционная система, свои все закрытые коды, драйвера, что там, ничего тоже толком не развивается, расстраивает, конечно. Ну, в общем, если кому нужно, здесь ставится Linux Mint, прекрасно, быстро поставился. Все устройства, которые я видел, работают. Сеть проводная, беспроводная в основном. Все остальное определилось. Так что все с этим в порядке. Потому что информации не найти просто так. Ни на сайтах, нигде будет, не будет работать. Вот. Я сейчас попробую еще Windows поставить, потому что BIOS даже не обновить. Я привык к стационарных, там в BIOS заходишь и есть обновление. А тут BIOS нету этого. Через Windows как-то надо обновлять BIOS. Ужас, ну, жест, смертельная привязка прям к Windows идет. Просто ужас. Ужасно все это, закостенелая система. Ужасно. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте Linux Mint на ноутбук HP 14 CE 0002 UR.